Олимпийские игры – это проекты не столько окупаемые инвестиционные, сколько имиджевые, с одной стороны, а с другой стороны, проекты, способствующие развитию инфраструктуры тех стран, которые проводят Олимпийские игры, и тех городов и регионов, которые проводят Олимпийские игры. Ни одна из стран, ни один из городов столицы Олимпиады еще не отбил затраты, будь то Лондон, Ванкувер, сейчас говорим о Сочи, и, безусловно, речь не идет о том, чтобы даже в обозримой перспективе вернуть все деньги, потраченные на Олимпиаду. Дело в том, что очень много, существенная, если не большая часть средств, ушла на инфраструктуру, энергообеспечение, железнодорожные сообщения, строительство нового вокзала, взлетно-посадочные полосы, аэропорты международного класса, освоены целый новый, доселе, как говорится, богом забытый регион, Имеретинская долина. И тот факт, что после Олимпиады там будут серьезные объекты, и университет олимпийский, и конгрессно-выставочные центры, безусловно, это постепенно превратит Сочи в столицу не только бывшей Олимпиады, но и в столицу, в своего рода финансовую, конгрессно-выставочную столицу. И, безусловно, для имиджа России как страны, привлекающей инвестиции, такие проекты нужны.